Сборная Кыргызстана стала открытием Кубка Азии. До турнира наших футболистов вообще не знали. Теперь же их имена на слуху. Как итог, один за другим начинают уезжать в зарубежные команды. Самый громкий трансфер этой зимы – переход Азиза Сыдыкова из Дордоя в клуб высшей лиги чемпионата Ирана. 26-летний полузащитник будет играть на правах аренды до конца сезона. На Кубке Азии он сыграл во всех 4 матчах. Один раз вышел в стартовом составе и 3 на замену. Еще один дордоевец Тамерлан Козубаев перебрался в Малайзию. Теперь основной центральный защитник сборной будет играть за клуб ПКНС. Контракт рассчитан на 1 год. А вот скиталец турецких лиг Мирлан Мурзаев заинтересовал казахстанские клубы. Но кто это будет? Астана, Кайрат или условный Ок-Джетпес пока неизвестно. В любом случае, переход из низших дивизионов Турции в Казахстан – это большой прорыв для 28-летнего нападающего. А пока ходят слухи, что латераль Кайрат Джиргалбек Улу заинтересовал российские клубы, но обольщаться, наверное, не стоит. Вряд ли это «Спартак» или «Зенит». Возможно, команда уровня «Енисея», где играет наш капитан Валерий Кичин. Вполне может быть, что интерес проявляют клубы футбольной национальной лиги. Это второй по силе российский дивизион. 5-й – Эрнест Батырканов. Он провел на Кубке Азии всего 1 матч против Китая, да и тот вышел на замену. Тем не менее, 20-летний дордоевец обратил на себя внимание клуба «Спартак Тернава». На секундочку, действующего чемпиона Словакии, который часто играет в квалификации Лиги чемпионов УЕФА. Пока Эрнест находится там на просмотре. А вот еще 5 наших футболистов, которые играли за границей еще до Кубка Азии. Даниэль Тего и Бахтияр Дюйшебеков выступают в чемпионате Бангладеш, Виктор Майер и Виталий Люкс в региональной лиге Германии. Еще один кыргызстанский немец Эдгард Бернхард в первом дивизионе чемпионата Польши. И в качестве бонуса. Гульджигит Алыкулов в состав национальной сборной пока не вызывался, зато близок к подписанию контракта с белорусским клубом «Неман», который выступает в высшей лиге. 18-летний кыргызстанец пока на просмотре, но уже успел забить вот такой гол в товарищеском матче. Главный тренер «Немана» остался под впечатлением от игры Гульджигита и взял его на 2-й сбор. Аскар Насипкулов, Дмитрий Толстогузов, Хусан Гафиров, телеканал «Апрель».